славим солдатский героизм и самоотверженность народа в годы Великой Отечественной войны. Каждое поколение жителей города Благовещенска гордится традициями военной доблести. Спортсмены, все подходим. Первая, вторая колонна. В одну линию, в шеренгу выстроитесь. Отдаем дань уважения героям, павшим и не дожившим. Обязательно держим расстояние между друг другом на вытянутые руки. В рамках всероссийской акции Российского союза боевых искусств «Эстафета побед» ровно в 14 часов 18 минут 600 спортсменов-единоборцев, профессионалов и любителей здорового образа жизни приняли участие в массовом пробеге. 1418 дней и ночей сражались наши предки, чтобы отстоять независимость нашей Родины. Мы сегодня с вами стартуем 1418 метров. Ура! 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 Этот день победы порохом пропал. Именно здесь, каждый раз, каждый год в мае, мы с вами собираемся для того, чтобы почтить память наших предков. У нас с вами две задачи. Первая задача – это помнить тот подвиг, который совершили наши предки, зачастую ценой своей жизни. И вторая, не менее важная задача – это донести правильную историю, донести нашим потомкам, какими настоящими воинами были наши отцы, деды и прадеды. Пол Европы прошагали, пол земли. Этот день мы приближали, как могли. Этот день победы! Победы, день победы, день победы!